Я лечу. 2008 год. Студенты медицинского вуза направляются в больницу для прохождения практики. Согласно приказу, заведующий отделение Ирины Кovalets, руководитель группы молодых практикантов, назначают ведущего хирурга Александра Николаевича Гордеева, который совсем не в восторге от такого обстоятельства, но вынужден согласиться взять их к себе. Первое знакомство не радует для него, не студентов, а слово. Решает на серьезный шаг. Он едет в Москву, где разводится с женой, а когда возвращается, делает Лере предложение. Они подают заявление в ЗАГС, а Чехова переезжает из любимый дом. Алла перестает строить и козни, и даже девушка вспоминает о своей расследовании, если с Гордеевым просматривает.